да? У меня уже с собой заготовлено на каждый день, но это был сюрприз. И каждый день будет открывать письмо. Это на ближайший месяц, на каждый день, там, по записочке, по конвертику небольшому. Я предвкушаю, горжусь, то, что мой жених идет в такое почетное, престижное место. Со второго курса занимался наукой. Соответственно, и как бы службу не хочется, как говорят, откосить, да? И свое, ну, как сказать, свои труды хочется направить в нужное направление. Все, а можно мне запечатлело? Я помню тот момент, когда он пришел, сказал, я подал заявку. Научная рота. Я сразу в интернет смотреть, что такое научная рота. Изучила все, что можно, ну и подумала, наверное, это его правильный выбор. Требования к кандидату. Это должно быть, что у него был средний балл не ниже 4,7. Следующее, он должен обязательно иметь публикации в различных журналах, значит, университетского уровня. У них будет курс молодого бойца, как у всех положено, первый месяц. И далее, в течение года, распорядок будет такой. Они понедельник по четверг работают непосредственно под руководством научного руководителя. В пятницу у них день, отведенный на решение задач чисто военных. Они занимаются огневой, строевой подготовкой. И так каждую неделю в течение года. Мы занимались в Институте инженерной физики и радиоэлектроники. Проверочной аппаратурой для космических кораблей. Рассказывали, да, что тем же направлением продолжим. Тоже радиоэлектроникой будем заниматься. У него все получится, ну, наверное, потому что он не ленивый, это самое главное. Умеет работать, умеет организовывать себя. Поэтому в научной роте. Потребность таких ребят, она всегда есть. У них совершенно другая мотивация и другие возможности по их использованию их знаний в решении наших сугубо вот таких узкоспециальных военных задач. Такие ребята и этот проект в рамках Министерства обороны очень себя оправдывает и нужен. Подходите, прощайтесь. Давай, дружище. Не скучай. То есть ты как бы решил свой долг родине отдать? Быть все равно в службе, ну и при этом свои научные знания передать в нужное русло. Так, хорошо, ну ты понимаешь, да, что ты уже не молод? Да, 23 года. 154-я, на посадку! Ты что, звонишь?